от исполнительного продюсера Джордана Пила. Аль Пачино. «Охотники» – официальный трейлер Amazon Original. Мои глубочайшие соболезнования по поводу бабушки. Мы вместе сидели в лагере. Пройти через такое, чтобы быть застреленной грабителем в гостиной. Казалось, она его знала, будто это личное. Да, полагаю, любая мать — это личность. Аль Пачино. Знаешь, что по-настоящему интересно? Мстить. Логан Лерман. Бабушка хотела защитить тебя. От чего? От нацистов Джона. От проклятых нацистов. От исполнительного продюсера Джордана Пила. Они живут рядом, по соседству. Они предпочитают не замечать нас. В Америке все сходит с рук. Мы с твоей бабушкой создали охотников. Вы собрали группу охотников на нацистов. У нас есть взломщица, шпион, солдат, мастер маскировки. Начинаем. И два эксперта по оружию. Мы вершим правосудие, угодное Богу. Что скажешь? Я хочу с вами. Агент Марс, я считаю, что в Америке живут нацисты. И кто-то их убивает. Есть правильный и неправильный путь вершить правосудие. Сделаешь это, и сам станешь злом, с которым сражаешься. Вдохновлено реальными событиями. Они что-то транслируют. Шифрованное послание. Мы найдем их, пока они не нашли нас. Я пытаюсь спасти мир. Их там гораздо больше. Я хочу знать, кто ты! Месть будет праведной. Охотники. Я хочу научиться драться. Я знаю парочку учителей. 21 февраля только на Prime Video.